Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Elk Mountain Wyoming. Сейчас перегоняю этот большой погрузчик на новый карьер. На новый погрузчик пока денег нет. У меня на счету 56 тысяч осталось. Хотя недавно еще было, да, там миллион, полмиллиона. Вот сегодня деньги последки почти потратил. Купил еще два грузовика себе, которыми я тут вожу с карьеров. И сейчас едем на тот карьер, будем грузиться. Буду отправлять самосвалы на первый карьер, там, где у меня, где я камень добываю, там у меня стоит же этот специальный, скажем так, склад, да, для камней, для угля. Будут машины туда возить эту породу. Буду задействовать 7 самосвалов. И один большой самосвал Volvo у меня здесь как бы тоже задействован. Он работает непосредственно с самой этой ямы, возит на площадку погрузки. Я тут уже, как говорится, накопал, подготовил все. Смотрите, сколько руды здесь. Ну и вот они все, самосвалы, ждут. Сейчас будем грузиться. Так, вот они, два новых грузовика. Взял в такой темной окраске их. Ну, остальные уже были. Итого 7 машин будет. Будут возить туда и возвращаться. Я буду их грузить. Также, пока они будут ездить, буду, наверное, копать. Потому что ездить им далековато. Я буду как раз на эту площадку подвозить руду. Так, ну что, давайте начнем. Первого ставим под загрузочку. Так, я уж не помню, сколько у меня ковш-то. По-моему, 20 с чем-то он набирает. Ну-ка, давай сейчас. 27. О, нормально. Это полтора ковша где-то, по сути. И машина полная. Промахнулся. Вот это да. Так, смогу я отъехать? Нет. Сильно засел. Ничего себе. Вот это я сыпанул, конечно. Сейчас попробую выехать. Не, не получается. Так, ладно, давайте тогда это объедем. Разучился уже. Так. Давайте здесь тоже подберем и отправим уже наконец машину.
Тут много, кстати, в этой куче. Много рейсов можно сделать. Все, отлично. Все, отправляю и грузим следующий. Так, ну что, пока первый рейс самосвалы делают, я буду копать и вывозить на площадку. Как раз удобно, если что, я отсюда увижу, как подъезжают машины.
Так, на сегодня хватит копать. Давайте выгрузим. Самосвалы подъехали. Так, давайте, пока он там разворачивается, я успею здесь проскочить. Сколько они там? Ну, нет, еще нормально топливо. Так, ну что, ребят, вот такая была серия, чисто карьерная. Покопал немножко так, что вывез часть руды туда в элеватор. Потом можно будет ее уже с элеватора вывозить на железнодорожную станцию и продавать. На этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.